На прогулку, на прогулку. Сейчас, 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 ребятки, сейчас я и вас открою. Сейчас. Я пока только два вагончика открыла. Сейчас, сейчас, сейчас мама откроет. И пойдем гулять. Ну, что, мои золотые сладкие? Спросони. Ой, извини, Антошечка. Скажи, дядя Дима, Антона, но сразу не надо так сразу обниматься, целоваться. Давай сначала спасибо скажем. Скажи, а это хвостом, хвостом мотыляет тебе. Так, что такое? Полина, Полинуля. Дядя Дима, спасибо, спасибо, спасибо за гостинчики. Да, вот так Полинка благодарит, вот так вот. Вот так вот, прям целуется, да, моя доча. Да? Коко. Кокошка, Петенька, скажи, дядя Дима, спасибо большое. Ой, молодцы, какие они сегодня целовальщики. Зацеловали дядю Диму, да, сегодня? Антошечка. Дима, сладкий, дядя Дима, спасибо, скажи, большое. Спасибо большое за гостинчики. Ты мои сладкие. Осенька, Ось. Дядя Дима, большое, большое, спасибо. Ой, какие они сегодня молодцы, какие они благодарные. Прямо... В экран смотрят, дядю Диму благодарят. Молодцы, молодцы. Люлюшечка, моя дотя. Да не бойся, господи. Ну, Люлюта из-за того, что практически не видит ничего, она не смотрит, не сможет смотреть прямо в экран. Ну вот, дядя Дима, спасибо большое за гостички. Пойдемте всех выпускать, а то вы деловые. Вышли одни, радуются. Пойдемте всех выпустим.